Всем прямо доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Уф, да уж, куда же без потягушка. Извиняюсь. Ну что, продолжаем. Вольфенштейн 2, или Вольфенштейн 2, New Colossus. Напоминаю, что ссылка на плейлист, группу ВКонтакте и донаты в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент, извиняюсь за свое сопение. Отдельное, огромнейшее спасибо Помидорка, Вячеславу, Помифорка и The Cat Exp. Они знают за что. Ну что, поехали? Поехали. Тут у нас, значит, Бласковицу предлагают играть. Вот это круто, чувак. Венера. Здорово, правда? Ну, вообще, да, согласен. Это ты сказал? Ой. Ой, Ланти? Тоже мне. Ой. Да, вот это махина. Абсолютно неэффективная штука. А ты что скажешь? А ты? Ой, кто это? ХЗ. А, еще один. Тут ничего не валяет. Ого. О, есть. Так, ну-ка. Записка леди Хелены. Актеры прибудут через 2 дня, они сыграют сцены, которые мы выбрали с учетом вашего мудрого мнения. Мудрого мнения. Тут фюрер, что ли, будет лично? Разумеется, выбор самого подходящего актера на роль Уильяма Джей Бласковица я оставляю за вами. Я готов помочь вам советом, если потребуется. Мы усилили охрану, шеф-повар аэростатной кухни подготовил изумительный стол с закусками. Будет много винограда, как вы просили. Изучив резюме сотен кандидатов, мы оставили выбор на 4 актерах. Джулс Редфилд, весьма знаменитая кинозвезда из Остина, Техас. Гер Редфилд любит молочные коктейли, быстрые машины и футбол. Разумеется, нету американскую мерзость. Тайная полиция следила за ним 3 месяца, выявляя возможную связь с евреями, но эти подозрения не подтвердились. Луэлин Юинг. Ничего себе. Луэлин Юинг. Театральный актер из Нью-Йорка с классическим образованием. Переехал в Лос-Анджелес после бомбардировки Манхэттена. Гер Юинг содержит 3 кошек и несколько любовниц. Тайная полиция выявила лишь легкое пристрастие к азартным играм, но ничего серьезного. Ну, это уж. Так. Джон Андерсон. Малоизвестный актер, участник молодежного движения «Новый класс», возникшего в Сан-Франциско несколько лет назад. Вместо того, чтобы искоренить движение, Министерство культуры заслало туда агентов, которые изменили его цели, и теперь оно прославляет новоамериканский порядок. Тайная полиция внимательно следит за движением, которое сейчас считается безвредным, но со временем его, конечно, придется ликвидировать. Несмотря на это, Гер Андерсон считается талантливым актером, может отлично подойти для этой роли. Он играет на гитаре в местном ансамбле. Вся музыка одобрена властями, а текст песен славит отечество. В девиантном поведении не замечен. Рональд, это часть текста, заляпана пятнами от кофе, любит маринованные огурцы и заявил, что надеется стать добропорядочным, примерным гражданином. На этом все. С нетерпением жду захватывающих кинопроб. Всегда преданная вам леди Хелена. Блин, Рональд, это я, да? Раз тут нет никакой информации. Ой, так это ж я. Ага. Ты ничего не скажешь. Че еще тут есть? Хорош выйти. Эх, виноград. Ведро зачем-то. Непонятная хрень. Вот это камера. Ну, тоже, кстати, хочется сказать, да? Учитывая базу на Венере, вот эта камера выглядит немножко таким уж странным вариантом. Скажи еще что-нибудь. Что ж они только ему дали текст? Ну, давайте. Взять сценарий. Ну, что там? Как же мне запомнить эту херню? Надо записать. Так, давайте прочитаем. Конец всего зла, автор АГ, перевод на русском. Спасибо. Но они опоздали, бомба в обеденном зале взрывается, убивая собравшихся там детей. Ты не вой, ты заколебал. Над внутренний двор, день. Камера перемещается к блонде, стоящей пред зданием приюта. Собака опускает голову, начинает скулить. Она понимает, что опоздала, не сумев предотвратить гибель множества ничем не повинных немцев. Интернат, детский дом. День. Камера показывает панораму хаоса и смерти, стоящих в аудитории.
Мы приближаемся к одинокой стоящей темной фигуре, где-то убийцы Уильяма Бласковица, взирающего на десятки крохотных тел, разбросанных по полу. Лучи солнца струятся сквозь серые Ну, это, наверное, жалюзи, но там какой-то... Это U и Z, что ли? А, вместе слепленная жалюзи, да? Жалюзи, их тень падает на злодея, будто тень тюремной решетки. Ученица Ева прижимает к груди тело 8-летней девочки, поднимает взгляд, по лицу текут слезы. Ева мелодраматично навзрыд. Безжалостный террорист. А вот кто ты такой. Бласкает со злобным преследованием. А, ты наци... Ты нацистская шлюха. Чудовище, что ты хочешь со мной сделать? Я изнасилую тебя и убью. Ладно, хоть не наоборот. Кстати, да, вообще странно, что не наоборот. Ну, учитывая, кого они лепят с Бласковица. Так. Венера Мегера, что-то там пенис. Ты погубил множество невинных немцев. Наша раса возродится. Варварский безжалостный. Я уничтожу всю твою вонючую расу. Затемнение. Над Берков, баварский эрб. Так, а ты нацистская шлюха. Я изнасилую тебя и убью. Уничтожу твою вонючую расу. Ну, окей. Господи, по местам, по местам, живо! Что ж такое-то, а? Что, точно? Точно! Точно, фюрер. Да, чувак, хреново выглядишь. А этот даже не дернулся, кстати, обратите внимание. Лена! Come on! Это сказали, фремды в моем бюро. Würden Sie mir bitte verraten, in Gottes Namen, dass ich... А дедушка-то совсем плохо. Это Schauspieler, mein Führer. Schauspieler. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Hey. Sein Gott nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Da. Магиш. А дедушка-то совсем печальный. Шауспиле. Актёры. Мастера обмана и переплощения. Шпионы славятся тем же. Тут еще и паранойя. Возможно, среди вас затесался шпион. Я полагаю, все прочли мою книгу. О да, мой инфюрер. И мои дети тоже прочли. Мне понравилось, мистер Гитлер. Просто супер. Мистер Гитлер? Мистер Гитлер? О, да. Я так и думал, что сагрится. Ты забыл, что ко мне следует обращаться? Майн фюрер! Ты что, не уважаешь власть? Твои слова раскрыли ход твоих гнусных предательских мыслей. Простите, майн фюрер. Ты что, имбецил? Нет, майн фюрер. Ты диверсант в чужом обличии? Еврей? Поганый жид! Нет, майн фюрер. Нет. Да стой ты на месте! Интересно, он бы в любом случае его убил? Или... Ну хорош ты, чё, ну... Из Аризоны. Интересно, что ж он так Аризонку не любит? А... текст. Нет им конца волкам в овечьей шкуре. Откуда у тебя коварные, лживые, двуличные жиды? Я их заверстучу! Да. Он что, сейчас срать будет? Лес. Да. Кто читал мою книгу, знает, что я вижу правду. Что я делал правое, тот всегда побеждает. Поэтому я сумел очистить мир от евреев. Поэтому я сокрушил разложившихся коммунистов. Поэтому я прикончил Уильяма Джозефа. Да, дед-то совсем плох. Представляю, как тяжело его врачам. Странно, что тут сразу уборщица не прискакала. Хелена? Ага. Мой главный шедевр. Эпос нашего века и мое наследие как творца. Да, что-то там. Ай, ладно. Читая сценарий, актер должен ощущать сотни часов, которые провел, шлифуя каждую сцену, каждую реплику, каждый слог. Чувак, ну ты не перенапрягайся, а то ведь помрешь. А я ж тебя сам грохнуть хочу. Боже, говорит, ты мой.
Au. Ой, ёлочку. Мама. Да, мне холодно. Жесть какая. Ты, играй, говорит, в сцену. Хелена, читай с ним. Ну, давайте. Безжалостный террорист! Вот кто ты такой! Черт, что я там накорябал? А ты красивая... А ты красивая женщина. Погодите, стоп, я хочу. А ты красивая женщина. А ты красивая женщина. Уже не про. Ты чудовище! Что ты хочешь со мной сделать? А что там написано? Я возьму тебя в жены. Возьму тебя в жены? Я думал, они сразу остановятся. А нет, ты. Но наша раса еще возродится. Я че, Ваня? Что там, а ты? Я спасу твой веселый народ. Ой, я не могу. Я спасу твой веселый народ. Ужасно, говорит, просто ужас. Ты понятия не имеешь, кто он такой. Ой, я не могу, это прекрасно. Не, подождите, ну хорошо, а если... Да ладно, опять? Да ладно, с этого момента, то вы чё? Как же мне запомнить эту херню? Нацистская шлюха изнасиловала тебя, блин, что в вонючий раз. Это все понятно. Не, ну нет уж, давайте. Чёрт, так. Что я там накорябал? Ты нацистская шлюха. А ты нацистская шлюха. Ты чудовище! Что ты хочешь со мной сделать? Да это несложно, господи, что там. Я испеку тебя и обмажу. Я изнасилую тебя и убью. Ну ладно, пойдем, я что-то. Изнасилую тебя и убью. Ну то есть тут же, как сказать, нет какого-то, я так понял, среднего варианта. Ой. Ты погубил. Фу ты, блин. Я уж испугался. Немцев, но наша раса еще возродится. Тут, к сожалению, вот, ну как сказать. Ой. Ой. Я уничтожу твою вонючую расу. Я ближу до спелой версии. По-моему, вот это. Я уничтожу твою вонючую расу. Я уничтожу твою вонючую расу. Че так? Где Таш? Von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitsch. Опять неправильно? Кого, говорит, не понимаешь? Ты. Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. То есть, а эти похожи? Террорист. Вот кто ты такой. Да ты нацистская шлюха. Ты чудовище. Что ты хочешь со мной, сделать? Я изнасилую тебя. И убью. Ты убил множество невинных немцев. Здесь немножко не хватает. Но наша раса еще возродится. Я какой... уничтожу твою вонючую расу. Так-то лучше. У него есть чему поучиться. Я дам вам ключ к подсознанию этого сумасшедшего. Я, конечно, все понимаю. Это проклятого нелюдя, я знал его как облупленного. Я знал его так хорошо, что сумел остановить, арестовать и предать суду. Дед, что-то я не помню, что ты там был. О боже. Я проголодался. А я синего? Ну хотя. Вырос в Меските, Техас. А синего не стали. Метис. Или Метис, как правильно, я не помню. Сын камевояжера и... польские еврейки.
папа был камевояжером. Его отец донес на жену властям. Она умерла в концентрационном лагере в Нью-Мексико. А, все-таки умерла, да. В зрелом возрасте его интеллект был на уровне ребенка. Чего? Ой. А вскрыв его, что мы сделали после казни, чтобы увидеть его жидовскую сущность, и чё? А, вот так даже. Хелена, замени меня. А может, кушетку фюреру? Как вы знаете, эта роль требует хороших физических данных. Ну, это есть. Вильям Джозеф Бласковиц был не философом, он был бойцом. Ну, аккуратней. Эта сцена идет перед той, которую вы уже играли. Бласковиц хочет заложить бомбу, чтобы убить немецких людей в Принципе. Так. Но сначала он должен прикончить храброго часового, стоящего возле здания школы. В жестокой схватке. Ага. А я так понимаю, сейчас будет гладиаторский бой, да? Да. Сейчас каждый изобразит сцену борьбы, и как только охранник будет устранен, вы должны завершить сцену, прочитав свои реплики с этой карточки. Точно по тексту. По местам. Он. Мотор. А как? Чё, стоп-то? Так, кровь пошла, чёрт. Нужна пауза. Реплику. Мне нужно к врачу. Текст. Твоя смелость не остановит такого неандертальца, как я. К тому же, я не умею сражаться честно. А теперь я убью невинных детей. Будущее Германии. Так дай бы сначала прочитать. Он же не видит, наверное, ни хрена. Не. Не. А. А, ничего. А, вот так. Аня. Мистер Редфилд, прошу. А, он или я? Сейчас ваш выход. А, я? Ага, ну ладно, мой так мой. Да. В смысле? Мистер Редфилд, прошу, войдите в комнату. Да ладно. Вот так. Офигеть. Неожиданно. А почему не дали проскочить? Я бы сломал этому шею, взял пулемет. Чё? Ну почему? Чё ты вылупил? Ну, блин, а. Нет, видимо, вариантов нету. Ну, ладно. Пошли играть. Он три раза его грохнул. И чё? Да. Ну что ж, мне кажется, сейчас будет что-то очень впечатляющее. И чё? Ой, я не увидел. Там, блин, там было на. Там, блин, там было нажать на курок, елки-палки. Я что-то не обратил даже внимания. Все, давай. Вы этого хотели? Это вам нравится, нацистские гниды. Это вы и получите. Чудесно, чудесно, ты видел Хелена, он рожден для этой роли. Это мой Бласковиц. Чуваку вообще не повезло. Боже мой, он лучше, чем идеал. Спасибо, наверное. Я успокою багаж, мистер Редфилд. Спасибо, наверное. Не
могли замаскировать, ей-богу. Топор возьми. А есть нормальное оружие? Угу. А, есть, ну ладно. Готовься, Адольф. Я улетаю отсюда с секретными кодами твоего Одина. Мы украдем аусмерцев, убьем генерала Энги и покажем американцам, что такое революция. Да? Ой, а кто это? А! А, подождите, а у меня все, что ли, есть? А, у меня все есть. О-о-о. А я что-то думал, что тут будет ограниченный набор этих. Ой, ну вот, вкусняшка. Эй, ну тут столько вкусного. Ну дайте покушать, а. Пивка не дадите. Я не знаю, что мы не трендили, да мне и насрать, честно говоря. А где он там? Так, сначала со всеми разберемся. Понятно. Эскиз. Красиво. Балушечки, кошечки. Странно, что он. Это моя, по-моему, да? А, нет. Ух ты, запись. И что там? Берлин Бойс. Не знаю, что-то не это. Ни с чем сейчас не проассоциировалось. Ну, то есть, голос вроде знакомый, но так, чтобы прям вот точно сказать, что это вот оно. Карта. Ой, вот это спасибо. Это прям вообще хорошо. Карта. А, вот это моя, да, комната, да? Нет, это тоже не моя комната. Ну, везде тут эти фотки фрау висят. Я смотрю. А вы, ребят, те еще ее фанаты. Подожди, а я откуда вышел-то? А, вот от... А, я вообще отсюда выбрался. Угу. Так, вот моя дверь. Тут закрыта. Тут закрыта. Закрыта. А, еще одна. Ой, спасибо! Ну, вообще хорошо. Так, эти штуки не улучшаются. Нет, мы шокхаммер качали, да? Удваивать емкость магазина, да? Может, рикошет все-таки? Кусочки шрапнели с каких-то поверхностей, но есть дополнительным врагам поблизости. Давайте, да. Вот это прям хорошо. Это прям замечательно. Такая усилялочка. Это прям... Ай-яй-яй. Прям прекрасно, черт побери.
Сейф, хорошо. Да вставай ты! Блин, грохнули все-таки, а? А, вон что. Вот, так, понятно. Вообще не ту дорогу взял. Блин, ничего себе. Быстро они меня сдули.
Фуф. Да уж, весело тут. Слишком весело. Ну, пошли. Локацию обыскивать. Че? Что? А, недоступно. Что-то тут, я знаете, что обратил внимание, никаких пролазов, главное, ничего нет, да? Не хочу, отстань. Да не хочу я эту штуку, бери. Да, да что ты? Нету. И все. Вот плохо то, что он после вот этого подката, надо еще раз нажать на shift. То есть он не продолжает бежать, а продолжает ползти. Так, Андрю Крик. Тут вроде как кто-то есть еще. Не, ну тут, видимо, подразумевается, что все-таки я должен выходить на такой прям. Выходи на честный бой и понеслась. Хм. Лечилка. Ой. А, у меня все так плохо? Так, да, я сейчас все съем. Как думаете, вино или кровь? Да. Не бережет себя мистер Гитлер. Но, учитывая его состояние, ему вряд ли можно это все жрать. Ну, еще одна карточка. Так. Крис Шейл. Не знаю такого. Или знаю. Ой. Еще себе кот Энигму забыл цапнуть. Может, что одно улучшение будет, а? Ну, знаете, техническое там. Нет? Ну, газетка. Так. Любимый фюрер стал продюсером специального эпизода «Лизель». 1 августа 61 года Лос-Анджелес представитель телекомпании «Неймонд». ТВ заявил вчера на брифинге в Лос-Анджелесской телебашне о том, что у нас любимый фюрер, пусть его правление будет вечным, станет продюсером одного из будущих эпизодов долгоиграющего телесериала «Лизель». Угу. Известно, что фюрер вместе с его личным режиссером и министром киноиндустрии Великого Рейха Леди Хеленой возьмут под свой контроль все, от сценария до подбора костюмов, чтобы с привычным для себя размахом воплотить особую концепцию фюрера. Фюрер любезно согласился помочь любимому сериалу своим ясным...
своим ясным видением и исключительным художественным талантом, говорится в пресс-релизе Леди Хелены. Ну ладно. Прям-таки любезно, прям-таки согласился. Какая прелесть, а. Какой он, молодец, старый ублюдок. А гранаты я потратил, да? И, наверное, даже что-то на этом деле приподнял. Угу, чуть-чуть. Чуть-чуть. Жалко, вот эту штуку не получается качнуть. От лазерного оружия снижение урона. Уж больно оно сильно бьет собака. Ну, пошли. Погуляем. С пушечкой. А я так понимаю, его в этот момент эвакуируют, да? Этого. Фюреру. Пошли восполнять здоровье. Я там где-то видел. Да подожди ты. Я там где-то видел клевую вкусняшку. Ее надо съесть. Сейчас. Во. Слушайте, ну когда еще Бласковец такой еды пожрет, а? Без шуток, ну. Ну ты вечно в каких-то... Так, ну была же броня, алло, ну что, совсем что нет? Да ладно. Я ж постоянно мимо брони пробегал. Вот же, ну, что мне, блин, сказки рассказываете? Есть она? Ну тут, конечно, да, немножко совсем все печально. В том смысле, что, ну, как бы, для базы тут, по факту, охрана-то вообще никакущая. Но представляете, как на самом деле должна охранять этого старого выблядка? То есть тут вообще, не знаю, тут такая охрана должна быть, что я даже не знаю, ну, с чем это можно сравнить. Нет, конечно, есть шанс, что... О, карточка звезды. Они просто надеются, что он скоро сдохнет, Винс Квик, поэтому особо не парится. Но, с другой стороны, здесь же не только его высочество Секунд-блевотник, но еще же и, так сказать, кое-кто еще. Супербир. Пивко. Пивка для рывка. Ну что ты, блин? Так, ну тут вроде нет ни хрена. СМС-ка проскакала куда-то. Мимо моего. О, стоп. Ага. Электронное письмо Альфы. От Альфа кому? Комендант Гельмут Брингер. 5 августа 61-го. Брингер, меня бесит ваше невнимание к мелочам. Все образцы, доставленные вами на прошлой неделе, оказались грязными. Грязными. Все до единого. Вы слишком глупы, чтобы понять важность моей работы и отнестись... к ней с должным пиететом. Мне плевать на химический состав, все дело в ауре красок. Я показывал вам, что загрязненный свет делает с растениями. То же самое с людьми. Дефекты второго и третьего порядков невозможно очистить. Немецкая кровь, смешавшись с низшим родом, загрязняется навсегда, и здесь то же самое. Наши глаза должны быть словно алчные воронки, впитывающие лишь чистейшие оттенки. Я понял это, будучи художником в Вине, наслаждаясь яркими красками и синестезии безграничных узоров. Я поручаю вам особое задание на австралийских территориях. Берингер, это ваш последний шанс доказать, что вы не полная бездарность. Все понял, это отсылка к тому, что... Что этот... Был когда-то художником. Угу. Да, не повезло Берингеру. Я бы на его месте драпал.
Я бы на его месте драпал. Потому как угодить подобному клиенту просто невозможно. Вообще невозможно никак. Заметьте, что они, ну как бы, взрыв-то я осуществил. Только подорвать ублюдков не смог. А тут тоже покуролесил. Оу. Да, ребята. А, все? Вот он. Мой билет на поверхность планеты. Эскиз. Красиво. Это что? Угу. Так, ладно, будильник прозвенел. Давайте тогда здесь притормозимся. Как раз с этого момента в следующий раз. И начнем. В целом неплохо так побегали. Ну, самого фюрера грохнули несколько раз. Получили, кстати, на секундочку признание актерского мастерства. Да-да-да, это вам не хухры-мухры. Может, надо было остаться актером. Эх, раскрутили бы в итоге. Или был бы актер одной роли. Это да, это проблема. Ладно, на этой... Ой, проблемной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни хлопаю. Плечи девочки, мука, щечку. Увидимся в следующей серии. Wolfenstein 2 The New Colossus безоговорочно forever. Про донаты я опять забыл. Они тоже в описании. Там же, где на плейлист ссылка на группу ВКонтакте. Как-то так.